Итак, здравствуйте. Снова я с вами. Челябинск сегодня, 8 апреля 2023 года. Я вот на другом берегу набережной. Вот видите, да, сижу здесь. На таком интересном, довольно интересном арт-объекте, где написано «Алина, моя любовь». Да, для кого-то Алина любовь, может быть, но для меня любовь — это город Челябинск. Вот, кстати, видите, да, я вас не обманываю, я располагаюсь на другом берегу, это продолжение набережной. Я вот на таком вот объекте, вот так вот могу даже, видите, вот крутиться, сидеть. Ну, детей пока нету здесь, можно, в принципе, ничего страшного. Одно место свободное, можно и, как сказать, воспользоваться случаем, прокатиться, да, чтобы в одном месте детство заиграло, да. Оно вот, наверное, у меня и как раз играет. Кстати, хочу отметить, вот видите вдалеке, это здание Челябинского областного архива. Как-то это там был. Такое довольно серьезное здание, да, много помещений, ну, соответственно, много томов, столько лет накоплено. Это все в нашей жизни Челябинска. Там вот архив города Челябинска. Это вот река Миас. Я вот на набережной, это вот, как бы, можно сказать, вторая часть. Вот там вот дворец спорта юности в кустах виднеется, которое не видно. Вот там, кстати, вот здесь площадка. Скоро, наверное, возведут здесь песочные фигуры. Потом я проведу репортаж как-нибудь. Это вот здание цирка Шапито, да, которое вот натянули недавно. Это метро. А вон там не что иное, как Родина. Раньше был кинотеатр, там 3D-фильмы крутили в советское время. Был кинотеатр Родина. Сейчас там органный зал. Потому что раньше органный зал у нас был на Ламполе, там была церковь. И вот сейчас, если хотите обратить внимание, хочу показать, вот